Как убрать нежелательные элементы с изображения и при этом сделать изображение красивым? Есть такой инструмент, он называется точечная кисть. Вот здесь вот он находится. Точечная восстанавливающая кисть. Вы его выбираете, смотрите на тот объект, который вам не нужен. И у вас автоматически происходит миракл. Ваши ненужные объекты уходят, и все становится гладко, вы даже никогда не определите, а был ли объект или нет. Попробуйте. Оно подходит хорошо, и можно убрать, например, летящих чаек на небе, или какие-то вот ненужные элементы, пуговки, которые вы можете смотреть и понимать, что они вам не нужны. Аккуратнее на краях, может быть, выпуклости. Но убирает она очень хорошо и четко, делая качественное изображение. Используйте и наслаждайтесь.